Важно не только разработать меры господдержки бизнеса, но и добиться того, чтобы они реально действовали. Такое заявление сделал первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин в ходе совещания с руководством Дзержинска. И на федеральном, и на региональном уровне уже принят ряд мер поддержки компаний, пострадавших отраслей. Но, как подчеркнул Евгений Люлин, многое зависит от муниципальных властей. Среди действующих мер поддержки – отсрочки арендной платы за муниципальное имущество. Евгений Люлин поручил муниципалитетам разработать механизм, который позволит предпринимателям не выплачивать всю отложенную плату после окончания отсрочки.